информировать население именно происходит с той целью, чтобы люди понимали, что никакой нештатной ситуации на промпредприятии нет. То есть проводятся плановые работы, при которых выбросы минимальные, они регламентированы и не наносят никакого влияния на здоровье человека. Поэтому вот те люди, которые в различных интернет-сетях распространяют информацию о якобы присущего риска для здоровья, призывают покинуть город, не имеют ничего общего, никаких оснований под собой не имеют. Более того, я скажу, что вот эти вот так называемые фейковые новости, они более чем противозаконны. Вот, поэтому считаю, что население города ничего не угрожает, вся ситуация она под контролем. Дополнительно к этому специалистами Нижнекамск-Сихин, различных надзорных ведомств на период вот оповещения организован мониторинг атмосферного воздуха, как на территории промышленной площадки, на территории организованы подфакельные наблюдения, то есть то, что с факела выбрасывается. Организован мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в населенном пункте, в городе Нижнекамск, в других близлежащих населенных пунктах. То есть полностью контроль не только со стороны Нижнекамск-Сихин, но и Министерства экологии, Росприроднадзора.